Знаменитая дымковская игрушка, вятская матрешка, кукарское кружево, уникальные изделия из капа. Кировская область славится художественными промыслами. Оценить творение умельцев можно в музейно-выставочном центре «Диорама». Там открылась выставка «Мастеровые вятки». Ольга Мартынова одной из первых оценила экспозицию и готова поделиться впечатлениями. Дымковская игрушка – символ Вятского края. Промыслу более 400 лет, а мастерицы до сих пор удивляют задумками, необычными узорами и яркими красками. Очень нравится старинный вот этот костюм 19 века, когда эту игрушку начали делать, вот все эти оборочки, шляпы, вот и каждый раз, вот когда эту барыньку делаешь, вот, по-разному ее наряжаешь, какое-то платье, что-то ей в руки, либо цветы, либо корзиночку. В общем, получается такой живой образ. Всякий экспонат на выставке уникален. Здесь и знаменитое кукарское кружево, изделия из соломки, лозы и бересты, вятская матрешка, шкатулки из капа, вышивка и шитье. Более 500 работ представлено мастерами из 26 районов Кировской области. Выставка-конкурс проводится в 15-й раз, объединяя профессионалов и любителей народных художественных промыслов, а с прошлого года и детей. Ввели новую категорию, до 13 лет дети, у нее есть свое название «Мастеровята». Есть идея все-таки вывести это в отдельный конкурс. Пока у нас эксперимент очень удачно получается, потому что в этом году уже гораздо больше детей заявилось, в этом году 38 участников. 4 сентября экспертное жюри определит победителей. Их отметят грамотами и ценными призами. Кроме того, каждый посетитель может отдать голос за наиболее понравившееся изделие. Мастер получит приз зрительских симпатий. Оценить диковинные работы мастеров кировчан приглашают в музейно-выставочный центр «Диорама». Вход для всех свободный. Ольга Мартынова, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давича».